Здравствуйте, меня зовут Татьяна, а моего юного спутника Матвей. Мы находимся на втором городском фестивале детской науки и творчества «Страна педагогия». Он организован Липецким государственным педагогическим университетом имени Петра Петровича Семенова Теньшанского. Каждый институт подготовил свою творческую программу. Малыши рисовали, играли, танцевали, участвовали в конкурсах, посмотрели крио-шоу и, конечно, всеми любимое шоу «Мыльных пузырей». На протяжении всей программы шел студенческий концерт. «Страна педагогия» — это фестиваль, созданный специально для ваших детей.